Приветище, это Питер Паркерович, и мы продолжаем наши паучьи делишки. В прошлой серии мы встретились с Электро. Порядок? Да. И он чуть не убил Юрия. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно. Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста. Ладно? В данный момент мы спасаем тюрьму, которую разнесли суперзлодеи. И я должен всех бандюганов затолкать обратно. Ну, или истребить их. Или остановить их. Ну, как-то типа так. А теперь отведайте ульты. Надо было это заснять. Черт, есть выжившие. Ладно, добиваем вручную. Ульта не совсем справилась. Ух ты, нифига себе, об другого чувака по хребту. Ну, нормально. О, еще один бежит. Отдохни, паренечек. Теперь все. Можно двигать своими паучьими лапками дальше. Сейчас бы еще Электро встретить, да надавать ему лечей. Засранцу этому. Звучит жутковато. Ох, елки! Привет, мазорок! Скучал, паук! Сюрприз? О чем это он? Реально сюрприз. Вылез Электро и носорог. Эй, что там у тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил сюда за пас. Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Блин, но мне чертовски повезло. Я думал, он свое жало мне в спину вонзит. Но мы просто мило поболтали. Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не совсем. Электро, носорог, а теперь и скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу следить за Электро. Блин, сколько лет я усаживал вот этих бандитов за решетку вместе с Юрием. И теперь приходится все в одно лицо выковыривать. И пока что у нас тут все сладенько. А дальше все будет не очень сладенько. Я думаю, прямо за этой дверь. Ой-ё. Эй, Человек-паук! Мне казалось, это погоня! Да? А я думал, мы с тобой тут просто развлекаемся. Надо остановить. Надо остановить. Ну так если надо, тут погнали. Погоня! Главное, чтобы пока мы гнались за ним, мы не отхватили. О, светлячок, подожди! Он так ярко светится в ночи, прикольно. Тебе меня не остановить, но твои попытки нельзя. Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче. Ну да, так он нам и сказал. Прям вот остановился и сказал. И кофе попил еще с нами. Гори! Почему никто никогда не соглашается? Человек-паук такой наивный. Наивный паучок. Ну ничего, мы сейчас его поймаем и жопу ему надерем. Попался! Стервятник? Давно не виделись! Мы хорошо повеселились! Прости, нет времени! Стойте здесь, а? Так, камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартина Ли. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. На секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Бред какой. В смысле бред? Нам сейчас эти 5 уродцев жопу могут надрать. Ох, елки, он и так еще может. Но это его не спасло. Меня спас мой супер костюм, который я защитил от электричества.
Че, за ним наверх опять? Ох уж эти погони. Вечеринка скоро кончится. Ой-ой-ой-ой-ой. Стоп. Нет, только не на самом дно. Нет, я на самом дне. Опять по новой бежать. Короче, стенки. Не по всем стенкам можно бежать. Я понял. Кто-то. Налево. Вот, отлично. Налево. Направо. Не успел. Осторожненько. Фух. Кажись, все. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Ну, а вот и третий уродец. А вот и четвертый. А вот и пятый. Так, а почему Юрий сказал, что они в городе? Сейчас я, походу, отхвачу по полной. Помните? Он сказал не убивать его. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. Твою мать, он все-таки это сделал. Доктор Октавиус. Одно предупреждение. Не стой у нас на пути. Просто выкинул как мусор. Обидненько, на минуточку. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Грозная шестерка. Приз получен. Столько лет, столько лжи. Но все, Норман, они узнают правду. Двадцать четыре часа спустя. Это Мэри Джейн Уотсон с ответственным массажем Дэвид Бьюгл о биотеррористической атаке. К этому часу число зараженных... Мэй, все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти? Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города.
По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Бьюгл, вирус был получен в секретной лаборатории Аскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Аскорб также выключи разработки вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. О, мы уже бодрячком. Доктор Октавиус, почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть. Жесть. Все горит, все дымит. Кругом разруха. А всего-то 24 часа отсутствовал. Готов помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть пытки. Не волнуйся, я в деле. Это наш город, Юрий. Пришла пора вернуть его. Отлично. Мои ребята выслеживают суперзлодеев. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто постарайся навести порядок. Навести порядок. Да тут прям куча дворников нужно. А я очень квалифицированный дворник. Никогда этим не занимался. Ладно. Давай попробуем Соболя наказать. Привет, ребятки. Паук. У нас тут объявились тяжеловесы с плота. Они атакуют полицейские участки. Моим людям нужна помощь, срочно. Доберись до точки, и я все объясню. Уже иду. Это Октавиус? Нет, двое его подручных. Доктора мы пока так и не нашли. Скажу честно, он меня пугает. Таких умных суперзлодеев я, кажется, еще не встречал. Они на меня напали, но да. Виноват, конечно же, вот это же меня я. Беспокоит. Вы там держитесь. Ну вот, а я только начал улицы прибирать. Так, капитан, я на месте. Давай. Носорог штурмует участок в верхнем Вестсайде, электро в верхнем Истсайде. Без твоей помощи нам не справиться. Выбирай участок, там одинаково паршиво. Сложный выбор. Давай считалочку. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел я тебя искать. Пойдем налево, короче. Хотя нет, не-не-не, пойдем направо. Вии, как я классно падаю. Есть время. Нам нужна помощь в одном из отделений пира. В ветеранском центре в Гарлеме? А что там? Люди с Райкера требуют еду и припасы. Персонал заперся внутри, но долго не продержится. Мы с Майлзом поехали туда, чтобы вывести сотрудников. Мэй, не делай ничего сама. Встретимся в Гарлеме. Думаю, измученный голос. Надеюсь, она не больна. Надо помочь Юре, а затем в Гарлем. О, он же не знает. Тетушка Мэй еще как больна. Она уже кашляет кровью. Это прям очень плохо. Надеюсь, что она выживет. Всем постам. Бегли. Юрий, я рядом с участком в верхнем Истсайде. Хорошо. Электро и демоны не дают продыху моим людям. Ситуация непростая. Увидишь сам. Умеешь ты заинтриговать, Юрий. А что там за световое шоу? Там прям, слушай, кинофестиваль какой-то. Прожектор в небо светит или что? Там дискотека века, хотел сказать, но там электрозасранец. 10-13. Что он там делает опять? Снайперы. У нас вызов из района особняка Грейси. Ааа!
Паршиво. Трансформаторы подают энергию в здание, заперев там полицию. Юрий, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить двоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Готовы решить все электрические и демонические проблемы. Бугагашечки. Бугаю. Сделал. Так, ребята, быстро разошлись и по домам. Завтра всем в школу. Ой, плохо мне. Блин, они такие... О, подожди, надо походу взорвать вот эту штуку, вот этот генератор, который летает с вертолетом. Как им удалось привязать эту штуку? Два сдохли, три осталось. Я не скучал по Электро с его суперзлодейскими штучками, пока он был на плоту. Запереть полицию с помощью сети трансформаторов? Кто так делает? Отлично, осталось два. Полиция свободна, но демоны не отступают. Придется им помочь. Что это за три инвалида выбежало из полицейского участка? Тут армия демонов. Я не могу с этих копов. Ладно, помогу. Сейчас улетану. А, блин, льды нету. Ладно, сражаемся в рукопашечку. Ух, пронесло. Товарищи негативчики очень злы. Они очень хотят меня остановить. Когда там уже ульта готова-то будет. Ого. Все, сейчас, сейчас, все, ульта готова. Ульта готова, можно применить. Паучий помет, вызываю тебя. Вот и все хотел сказать, но не все. Осталось парочку добить. Негодяй. Вот это было сильно, слушай. Тоже ультанул. Ничего, ничего, моя ульта покруче. Вот этот перец, который ультанул, он довольно сложный, в него просто так не пострелять. Видишь, он все отбивает, засранец. Ну тогда я в тебя товарищей твоих покидаю. Ой, здоровья маловато. А-та-та. Ух. Твои люди в безопасности. Что дальше? Иди в верхний вестсайд. Мы там спасаем гражданских, но нам мешает носорог. Он всегда мешает. Я иду. Сколько там у меня? 14 костей было сломано, да? Вообще такое ощущение, что вообще у меня ничего не сломано. Эй, Пит, слушай, Мэй попросила позвонить тебе. В ветеранском центре все плохо. Зэки пытаются выломать двери. Здесь Мэри Джейн, мы пытаемся вывести людей через подвал. Но нам нужна помощь. Надеюсь, ты скоро будешь. Надо заканчивать с участками и спешить в Гарлем. Носорог движется, но бывшие гости Райкера громят ваши полицейские баррикады. Я помогу уравнять шансы. Давай. Если баррикады падут, людям внутри придется хуже. Коктейли Молотова. Блин, они так нормально жарят меня. А я раньше не видел их. Ну, в смысле, эти коктейли Молотова. Вот же бандюканы вырвались. О, еще и ракета вообще. Откуда у вас гранатометы? Они, по-моему, все собрали, что только можно. Щиты, палки, врубалки электрические, гранатометы. Абзац. Они только вышли из тюрьмы уже. А, 24 часа ж прошло. Ладно, боремся, деремся, выживаем. Как-то, не знаю, реальный апокалипсис какой-то. Жопа-жопная. Ты ехалный моим. Одни маты, слов нет. Нормальных. Нецензурных. Или цензурных. Вроде все. Или не все. Там еще куча квадратиков, которые нужно зачистить. Человек-паук наверх! Преступники стреляют из РПГ! Они разнесут здание! Этого не должно случиться! Иду! Фаны! Вы где ракетницы взяли? Вы что, военных ограбили, что ли?
Давай полетаем. Не получилось выкинуть его за борт. Ногами помахал, одна типа. Крыша чисто. Надеюсь, что он испугается и спрыгнет с крыши, но нет. Чё ты там болтаешь? А ну с крыши быстро полетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Самое беспонтовое, это то, что ты дерешься с ними, дерешься, бьешь их, чтобы они с крыши свалились, а они не падают. Ракета близко была. Не вставай. А это что так? Какого? Вижу главную цель. Перехожу к умиротворению. Есть более простые способы просить автограф. Реактивные ранцы? Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? Ребята, мы на одной стороне. Давайте хотя бы сначала разберемся с зэками. Нарушители будут умиротворены. Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Блин, самое хреновое, что у меня ударные паутины кончились. Но была последняя, я ее заюзал только что. Ох уж эти сранцы. Ну сейчас разберемся с ними. Осталось только понять, что заюзать против них. Может, вот эту бомбочку? Такое себе. Я понял. Нифига себе, как он может ранить, засранец. Давай электричество попробуем. О! Чума. Электричество работает на них. Анахни, паренек. Хватит летать уже на своем сранце, засранце. Я думал, он сейчас с крыши упадет, но у него же ранец. Как он может упасть? Да. С ними немножечко придется попотеть. Чертовы соболята летающие. Они мне сразу не нравились, эти соболи. Нельзя в меня стрелять. Ну же, все. Один готов. Обалдеть. Кто-то мне знатно в жопу попал. Ага, это вон тот летающий перец. Сейчас я тебе... У меня электрошоки закончились, но есть ударная паутинка. Держи. Все, я вырубил его. Прикинь, просто с одного выстрела пришпилил крыши. Там ракеты летают, там он еще один засранец летает. Ой, ты тут... Готов ответить за то, что упрятал меня? Ага. Тут все против меня, короче. И те, кого я запрятал в тюрягу, и те, которые были раньше на моей стороне. Чувак! Не хочешь полетать? Ну, ты как бы летаешь, но по-другому. С каруселькой. Вот так вот, и к стенке. Это спецназовцы Соболя. Явились добивать остатки беглецов Срайкера. 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 Созвучная фамилия. Срайкер и Срайкер. Юрий, участок в безопасности. И я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Ладно, отключаюсь. Позвони, если обстановка накалится. Хорошо. И спасибо. Ты дал нам возможность сражаться. Так. Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме. Помочь Мэй. Питер, наконец-то! Ты нужен нам в ветеранском центре. Где ты? Меня задержали. Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но Мэй с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь распространяется слишком быстро. Оставайся на месте, МЖ. Я разберусь. Только быстрее, Пит. Быстрее! Я уже вижу, что там здание все полыхает. Ёлки-моталки. Вот это жуть. Все в огне. Я же здесь. Питер, пожарные уже в пути, и я нашла пожарный выход, через который... МДЖ, стой на месте! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! Мэй! Мэй! Сюда! Мы здесь! Держу! Держись! Тетя Мэй, вы целы? Пробирайтесь к окну! Слишком далеко! Держись! О, а вот и МДЖ, тут как тут. А как же там, подожди, помощь, все дела. Только держитесь!
Давай, глупый кусок. Ну же, Мэй, я спасу вас. О, Господи. Давай, вперед. Майлз, давай. Ох, ёлки-палки. Нет! Ай да красавчик, ай да молодчик. Мы тебя спасли. Спасли тебя. Все спасены. Эмджей, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто... Нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Иногда я и сама хочу спасать. Прости, что заставил тебя чувствовать, будто ты не можешь. Мы все еще партнеры. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я не вовремя? Нет, мы с МДЖ, с мисс Уотсон, обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Аскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса и Ли. Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так? Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. Его номер. Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды. Девушка-паук. Да, Майлз немножечко в шоке. Но ничего-ничего, настанет время, и он все узнает. В подробностях. В городе немного спокойнее. Майлз следит за пиром, МДЖ ищет средства от дыхания дьявола. Пора найти Отто и сорвать его планы. Юрий, пора выходить на след боссов. Насчет Октавиуса ничего? Нет, ничего. Криминалисты даже не могут поработать на Таймс-сквер. В отделе болеют все, кроме стажеров. Возможно, я что-нибудь найду. Сообщу тебе. Человек-паук, ты готов помочь? Конечно, готов. А что я, по-твоему, тут делаю? Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. Возможно, я найду следы отравы. Может, не будем трогать, раз она отравлена? Но, если честно, я тут пока ничего не вижу такого любопытного. О, отрава, химоза!
На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец. Может, не надо? Анализ. Обнаружено неизвестное вещество. А ты лидерная последовательность. Многообещающая. Мы же приступим. Да, возьмем вот эту штучку, соединим ее... Вот это что? Нет, она сюда не подходит. Давай сюда. Вот, потом вот это. И все получается. Вот бы так и в школе можно было химические реакции всякие изучать, а? Палочки какие-то. Соединяешь и все. Подходит. Нужно еще... Одна палка нужна, дополнительная. Вот это, если нет, это точно не синяя. Вот это давай попробуем. Она тут одна единственная, так что она сюда втыкается. Да, это отлично. И вот это тоже сюда, но и тут по накатанной. И так вот, и... Вот нет, не так. Вот это давай сюда поставим. И одну убираем. Вот и все. Спектр найден. Что там у нас? Вещество опознано. Ого, дыхание дьявола. CPF-1 модифицированный аскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения? Давай понюхаем. След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно. Ну, давай налево вначале пойдем. Налево. Долго закрыть? Пока неизвестно, вот, сэр. Да, не. А, погоди, тут тупик. Не то направление. Да, все, оно тут это рассеивается, этот запах. Тогда пойдем в другом направлении. Сюда. О, кстати, в катсцене же... Вот экранчики эти большие. В катсцене я Октавию же через экраны пролазил и выпускал этот яд. Ну, в смысле, телевизионные такие огромные экраны, где реклама крутится. И вот, кажется, мы в правильном направлении движемся. Он туда наверх нам нужно. Ага. Точно. И что мы тут найдем? Че там? Че там, че там? Люк! Мрачновато. Надо как-то включить свет. Да будет свет! Ого! Здесь был плацдарм Отто? Побег из тюрьмы – идеальная маскировка для проникновения. Мне кажется, он явно хотел, чтобы мы вот это место нашли. Ну, в смысле, Отто. Отто движет ярость. Нейроинтерфейс ее усиливает. Но его ненависть настоящая. Он уничтожит весь город, чтобы причинить вред Норману. Отто искал слабые места в технике Соболя. Носорог. Мой второй любимый русский. Отто создал средство, чтобы освободить носорога от костюма. Одно правительственное агентство не сделало это за много лет. А Отто смог за несколько дней. МакГарган. Он же Скорпион. Он же псих-психованный. Стервятник. Я бился с ним чаще, чем с любым другим. От источника энергии у него рак спинного мозга. И Отто разрабатывает для него лекарства. Электро. Всегда под напряжением. Главная мечта Электро – стать чистой энергией. Док модифицировал его костюм, на шаг приблизив его к цели. А это еще что? Ультрафиолет. Ха, ничего. Отто строил планы с помощью карты, но она пуста. Может, я что-то упустил? Надо как-то включить эту лампу. Вот так. Скрытые метки. Отто поручил злодеям уничтожить имущество Аскорб. Он пытается по кирпичикам разобрать империю Нормана. Последний этап – прямое нападение на Аскорб. И, скорее всего, на Нормана. Ли занимается средством от дыхания дьявола с помощью какого-то икара. Почему стервятник на Таймс-сквер? Нужно быть начеку. Электро занимается электростанциями. Логично. Носорогу поручены объекты на побережье. На какой он нападет? И почему? Скорпион отравит воду в водохранилище. Оно тоже принадлежит Аскорб. Икар! Вот оно! Человек-паук. Мы не представлены должным образом. Я... Отто Октавиус.
Никакого Икара нет. Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? А? Подкинуть! Какой приятный работодатель Октавиус! Планы Б для всех планов Б! Привет! Пит, ты в порядке? Что происходит? Да-да! Послушай, Ли охотится за вакциной! Мы должны найти лабораторию Оскорб раньше него! Уже ищу! Я поняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, до связи, МДЖ! Не вышло? Потрепало. Теперь план Б. Ну что ж, пришло время размять козочки. Ты, наверное, удивишься наконец-то. Я услышал твой голос, а то я думал, у тебя выключен микрофон. Но нет, я просто все продумал. Давай-ка мы в него паутинкой постреляем. Ага. Ты почти согрел мне душу, Электро. Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Вот это разряд. Эс, твой выход! Привет, Эдриан! Это я, Человек-паук! Что за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток. Наша долгая вражда закончится сегодня! Нормально он его подколол. Вражда? А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений. Так, значит, двое против одного. Ну ничего страшного. Разберусь. Ой-ой-ой. Ты разомнись получше, паук! А я думаю, следующего раза не будет. Стервятник. Хорош. Человек-паук! Я должен сломать тебя. Да может не надо, я и так весь поломанный. Есть! Ты понял шутку? Я так рад, что почти готов сдаться. Почти. Если честно, поодиночке вы мне нравились больше. О, генератор светится. Надо его лупануть, чтобы он энергию из него не черпал. О, и есть. Ха, нормально ему сдачу дал. У него нет шансов. У кого? У меня что ли нет? У меня все стопроцентные. Ёлки. Вон. Туда стрелять надо, наверное, в этот генератор. Но он, правда, не заряжен еще. Не хочу вас огорчать. Незаряженный генератор, нет смысла стрелять. А вон там заряженный. Погоди-ка. Да и ехать бы до него. Один готов, остался еще один. Сколько уже раз мы вот так танцевали, Эдриан? 10? 20? Слишком много! Сегодня наш последний вальс! Не дергайся! Не так быстро! Что происходит? Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты
Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь. Сейчас. О, черт! Жесткая посадка. Ну, я, по крайней мере, выспался. Хотя бы. Надо связаться с Юри. Юри, стервятник и Электро все. Остались четверо. Я видела. А еще я видела взрыв на Таймс-сквер. Я предполагаю, тут имеется связь. Ты все понимаешь. Эта крыша была плацдармом. Октавиус использует злодеев против Оскорб. Стервятник и Электро атаковали электростанции. Цель Скорпиона – очистные сооружения. Насчет носорога пока не знаю. Что-то на побережье. Для начала этого хватит. Ты пойдешь за Скорпионом? Да. Город и так еле держится. Если останемся без чистой воды, это конец. Я свяжусь с тобой. Хороший план. Как там Майлз? Привет, Пит. Ты цел? Об этом я хотел спросить тебя. Я да, а вы с моей в гуще событий. У нас много дел, но людям нужна помощь. Я лучше буду делать что-нибудь, чем ждать, пока кто-то все исправит. Понимаешь? Да, я слышал. Позаботьтесь о своей защите. Маска и перчатки. И время от времени отдыхайте, особенно Мэй. Никто не заставит эту женщину отдыхать, если она не хочет. Но я постараюсь. Спасибо, Майлз. Обними Мэй от меня. И береги себя. Ну что ж, вот и мне теперь уже конкретно пришло время отдохнуть, поэтому, если тебе понравилось, не забудь поставить лайк, подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов по этой игре, ну или по любой другой. Так что подписывайся и увидимся с тобой в следующем ролике. Так что до встречи.